Номер шестерки не запомнил? Нет. Тройка была. Тройка? Там пиздюк с девчонкой сидели. Какой-то неадекват, блядь. Нет, он вот что ехал. Не запомнил? Здравствуйте. Да. Сейчас еду по Полежаево на перекрестке с улицей Титова. Синяя тройка А166 АС. Неадекватный водитель, сейчас совершенно, видимо, пьяный. Выезжал на встречку через две сплошные. Чуть не ударился в задницу другой машины. Вот на регистратор меня записал. Вот сейчас он передо мной тут глохнет, дергается, стоит. Вот сейчас. Прямо. А166 АС. А166 АС. А какая машина? Синяя тройка, ВАЗ-1103. Давай быстрей! Алло, вот сейчас он едет по проспекту, с Полежаева свернул, остановился на остановке Полежаева. Это который Полежаева где? Прямо на остановке Полежаева он остановился сейчас. Это который бывший молочный. Молочный, да? Да. Вот он сейчас стоит, я сзади него. Ага. Если что, позвоните тогда. Позвоните мой номер тогда. Запишите, точнее, мой номер. Ну сейчас, если что, перезвоните нам сразу потом. Хорошо. Сейчас мы вам подъедем туда потратим. А это все я. Он сейчас поворачивает с проспекта на Богдана Хмельницкого налево. Давайте, у нас патруль уже туда выехал, сейчас. Он поворачивает с проспекта на Богдана Хмельницкого налево. Налево, да? Ага. Да. Все, принял. Повернул на Химашевский мост. А откуда он повернул там на Химашевский мост? Ну, я же говорю, с Богданки под это, я же объяснил вам. С Богданки вывернул под мостом и повернул на Химашевский мост. Ага, принял. Ага. Едет по мосту в сторону Химашевского. Ага, принял. Да. Поехал по новой дороге в сторону ремзавода. В Севастопольском на кольце вот ушел. Принял. А, сейчас.